Здравствуйте, с вами программа «Русский кутюр» и я, Наталья Бычкова. Сегодня мы находимся в гостях у молодого, но очень успешного бренда «Maison Angelan». История его создания уходит своими корнями в близкую дружбу Анны Чибисовой и Анжелики Святыш. Вместе они создают образы, которые привлекают к себе всеобщее внимание. Ань, привет! Спасибо большое за приглашение к вам в гости. Очень рада, очень давно хотела снять программу именно с вашим брендом. И являюсь давно, и можно сказать, с самого начала большим поклонником. Поэтому еще раз хочу сказать, очень рада, что сегодня снимаю программу именно с вами. Наташенька, мы тоже очень долго тебя ждали. Наконец-то рада видеть тебя в нашем новом бутике в Москве. Что ты нашла время и посетила его сразу же после открытия. Спасибо. Давай перейдем сразу к делу. Расскажи о вашем бренде, о том, как вы решили создать его. Расскажи историю вашей дружбы с Анжеликой, чтобы нашим зрителям стало понятно, что, в принципе, здесь два дизайнера. Наша дружба с Анжеликой исчисляется десятками лет. И мы абсолютно разные, но гармонично дополняем друг друга. Мы вдвоем увлекались модой и искусством. И в один прекрасный день мы решили попробовать себя и создали этот прекрасный бренд. Я очень сожалею, что сегодня Анжелика не смогла присутствовать на нашей с тобой встрече, но морально она с нами и всегда вкладывает частичку своего сердца, волнуется за нас в каждую свою вещь и в каждую встречу в нашем бутике с программами, со звездами, с ведущими и просто с красивыми клиентками. Насколько мне известно, сейчас у вас есть коллекция прет-а-порте, пляжная мода, ювелирные украшения. Расскажи нам обо всем об этом. Да, у нас есть основная линия, которая продается на данный момент в 10 странах, и мы не собираемся на этом останавливаться. Мы планируем открытие нового бутика в Дубае, где будет представлена наша линия, в Амстердаме и в Лондоне. И все это мы надеемся сделать в течение 2016 года. Также у нас есть коллекция ювелирных изделий, которую мы планируем запустить в апреле 2017 года. И надеемся, ты будешь присутствовать с нами в этот момент. Спасибо, я тоже очень надеюсь, что я смогу посетить открытие вашей новой коллекции и примерить, и, возможно, даже что-то приобрести. А расскажи нам про новую коллекцию «Осень-зима» этого года. В нашей коллекции будут изделия из 100% кашемира, из шерсти, из ангоры. Это будут роскошные платья, свитера, брюки и даже спортивные костюмы для отдыха и для всех зимних курортов. Также у нас будет коллекция из натурального меха, шубы, жилеты, просто невероятных цветов, пастельных, розовых, кремовых, в общем, всех нежных оттенков. И, конечно же, у нас будет основная линия, которую платье вечернее. И, возможно, даже в следующем году мы уже представим нашу коллекцию от кутюр. Как здорово! Вот это звучит просто потрясающе. Расскажи нам об этом поподробнее, возможно. Мы планируем лимитированную коллекцию. Это будет где-то 10 платьев, которые будут полностью с ручной вышивкой. Летящие ткани, просто невесомые платья, чем самым мы хотим отличаться от других кутюрных коллекций, которые делают тяжелые платья. Наши платья будут очень комфортны, и они будут применимы к жизни не один раз, чтобы девочки их могли одевать как можно чаще. Да, это правда здорово, потому что обычно, когда ты покупаешь такие платья, ты их надеваешь один раз и, в принципе, вешаешь их в свой гардероб. Поэтому это звучит очень здорово. А ты затронула вопрос, касаемый ткани. Я знаю, что ты часто посещаешь, не то что часто, ты посещаешь все выставки текстильные, ты смотришь последние новинки, что сейчас есть. А расскажи, где вы заказываете ткани для ваших коллекций?
На самом деле наш бренд всегда был известен уникальными принтами. Каждый год в Париже проходит выставка «Le Vision Paris», на которой мы заказываем принты, которые создаются специально для нашего бренда. И такую ткань вы больше не встретите ни одного бренда, ни в одном магазине, ни в одной стране мира. Поэтому каждый год мы заказываем уникальные принты. Наши ткани мы закупаем по всему миру. То есть кашемир у нас, естественно, он итальянский. Ткани для пляжных коллекций мы закупаем. Некоторые в Индии, которые летящие, расписные, красивые. Остальную массу мы стараемся собирать из разных стран мира и взять от каждой страны самое лучшее. А что касается мест, где можно приобрести ваши вещи, ты уже упомянула, что, в принципе, у вас планируется большое открытие в разных странах. А где на данный момент существуют магазины? На данный момент у нас существуют магазины в Москве, на Украине у нас есть бутик в Киеве, в Одессе и в Харькове, в Азербайджане, в Баку, в Монако у нас есть мой бутик, и в Сан-Тропе у нас представлена пляжная коллекция с этого года. Поэтому вот в этих странах вы уже можете приобрести. Также мы представлены в мультибренде в Бейруте и в Амстердаме. Здорово. Ну, список просто впечатляет, если учесть, что ваш бренд существует всего 2 года и такое обширное количество магазинов, просто браво. Можно ли вас приобрести в интернете? Насколько я видела, у вас очень хороший сайт, очень удобный, функциональный, и там указаны все цены, я так понимаю, что оттуда тоже можно заказать вещи. А доставка в какие страны осуществляется? С нашего сайта у нас есть доставка по всему миру. Мы стараемся сделать очень оперативно, и сайт действительно очень удобен для обычных пользователей, которые просто хотят быстро и качественно приобрести свою вещь и получить ее себе домой. Поэтому основная функция этого сайта – это, конечно же, онлайн-продажа. Расскажи, пожалуйста, какие еще вершины вы хотели бы с Анжеликой достичь? В принципе, по тому, что ты мне уже рассказала, я не знаю, куда дальше, но, в принципе, есть что-то еще, что хотелось бы осуществить? Ну, конечно, у нас очень много планов, и мы очень хотим открыть бутик в Париже. И, конечно же, после этого мы надеемся, что мы будем открывать бутики в Америке. Это звучит просто потрясающе, бутик в Париже. И что для меня особенно здорово, бутик в Америке. Я очень жду и очень надеюсь, что все состоится. Я хочу тебе задать достаточно такой откровенный вопрос. Сейчас открывается очень много магазинов, очень многие пытаются шить одежду, придумывать дизайн, но получается у очень небольшого количества людей. А вот у вас получилось, как ты считаешь, в чем главная составляющая вашего успеха? Я все же считаю, что самое важное – это то, с какой любовью мы с Анжеликой относимся к нашей работе. В каждую вещь, в каждую новую модель мы вкладываем частичку своего сердца. Мы стараемся сделать красивые вещи, и чтобы они были доступны для многих. То есть мы делаем средний ценовой сегмент для нашей всей коллекции. И надеемся, что девочки в каждой стране мира будут с радостью носить и блистать в наших платьях. Я на это тоже надеюсь, и в принципе я в этом уверена, потому что я вижу, какое количество магазинов открыто и какое количество людей носит и любит вашу одежду. Ну что я хотела бы сказать еще? Я желаю дальнейших успехов, я надеюсь и верю, и даже более того уверена, что все получится и все обязательно сложится. Поэтому и тебе, и Анжелике дальнейших успехов. И здорово, что вы есть у друг друга и что вы создаете такую прекрасную одежду. Спасибо большое, Наташенька. Надеемся, будем радовать тебя и дальше своими новыми коллекциями.
Сегодня бренд Maison Angelan открывает бутики и шоурумы во многих городах мира. Но Анна и Анжелика не собираются останавливаться на достигнутом и говорят, что это только начало. С вами была программа «Русский кутюр» и я, Наталья Бычкова.